Уральские нефтяники организовали масштабный экомарафон. Промысловики провели череду субботников в Советском, Кандинском и Октябрьском районах. Сейчас экологи подключили к полезному делу учеников городских школ и их родителей. Призвали сдать макулатуру. Этап акции назвали «Спаси дерево». В октябре учащиеся использованные листы складывали в пачки и относили в школу, чтобы затем передать экологам. Благодаря акции собрали полтонны макулатуры. Из этого количества при вторичной переработке можно сделать 12 500 школьных блокнотов или обеспечить каждого уральского гимназиста 10 тетрадками без ущерба для природы. Всю бумагу я собрала сама и принесла в школу тоже сама. Я старалась, я выносила из дома всю бумагу, которая есть. Старались как можно больше принести. Экологическое воспитание нужно же начинать с детского возраста, поэтому первым этапом у нас был поход с детьми начальной школы на набережную нашего города, где мы уже, скажем так, на местности рассказали детям, как нужно обращаться с отходами, когда вы отдыхаете со своими родителями, либо просто в городе гуляете.